В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год, утвержденным министром обороны Азербайджана, практические занятия по боевой подготовке военнослужащих проводятся в суровых метеоусловиях и в различных рельефах местности. Перед началом занятий руководители учебных участков ознакомили личный состав, привлеченных к практическим занятиям, с правилами безопасности, условиями стрельбы и другими требованиями. Военнослужащие проводят стрельбы из стрелкового оружия по целям условного противника и выполняя другие практические задачи. Также в подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке с целью совершенствования практических навыков применения бронетехники.